Дорогие друзья, сегодня мы готовим спагетти с томатным соусом «Мама Мия». Для этого нам понадобится 1,5 литра воды, 400 грамм спагетти «Алейка», 3 столовые ложки томатной пасты, 3 столовые ложки подсолнечного масла «Алейка», 50 грамм маслин без косточек, 2 помидора, 1 болгарский перец, 1 луковица, половина острого перца, 2 зубчика чеснока, 1 чайная ложка каперса, половина чайной ложки соли, зелень петрушки. На сковороде разогреть 3 столовые ложки подсолнечного масла «Алейка», добавить мелко нашинкованный чеснок, острый перец и мелко нашинкованный лук. Готовить, помешивая, 1-2 минуты. Добавить мелко нарезанный болгарский перец. Готовить пару минут, помешивая. Добавить мелко нашинкованные помидоры. Готовить, помешивая, 5-6 минут на среднем огне. Добавить 3 столовые ложки томатной пасты и 1 чайную ложку измельченных каперсов. Перемешать и добавить немного соли. Добавить половину стакана воды и готовить 10 минут. В горячий соус добавить нарезанные маслины и зелень петрушки. Еще раз перемешать. Томатный соус «Мама Мия» готов. В кастрюлю влить 1,5 литра воды и добавить 1/2 чайной ложки соли. Накрыть крышкой. Когда вода закипит, опустить спагетти в кастрюлю. Довести до кипения и варить, помешивая, на среднем огне 5-6 минут. Готовые спагетти откинуть на дуршлаг. Выложить спагетти в сковороду с соусом и хорошо перемешать. Посыпать мелко нашинкованной зеленью петрушки. Спагетти с томатным соусом «Мама Мия» готовы. Приятного аппетита! Готовить «Алейка» всегда просто и вкусно.